называется, вот эту вот маленькую кроху, которой всего около 2 месяцев, горе-охотник взял себе для охоты, купил. В итоге ему что-то не понравилось, и он сказал, что он ее просто вывезет в лес и пристрелит. Вы понимаете, вот этого ребенка вывести в лес и пристрелить. Ну вот просто слов нету. Срочным образом, срочно мы ее забрали. Вот. Потому что надо ее спасать. Она совсем маленькая. Вот, это девочка. Ну, шустренькая, кушает хорошо. Так все здоровенькое. Все вот выглядывает, все высматривает, ходит. С игрушечками играется. И вот у нее вот лапки вот так вот у нее встает. Так вот. Приехали в клинику с щенком. Вот он. Заводить паспорт. Назвали Ирэшка. 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 Клиника. Питомник в каком-то. Фиг его знаем. Вот, нам, короче, надо рентген, я думаю, сделать.